Приветствую всех на нашем канале. Сегодня мы решили посетить гипермаркет Метро. Выбрали мы его объектом посещения не случайно, так как мы достаточно часто посещали магазин Метро в городе Тверь на улице Склискова, 122. Есть у нас клиентская карта. И мы решили посмотреть, сможем ли мы по нашей российской карте клиента пройти в Метро, находящийся в Анталии, в районе Сарысу. Ну и также нас, конечно, заинтересовало, сильно ли отличается набор товаров и цены от российского Метро. Поэтому мы решили сюда приехать. Пока с виду ничем не отличается от Тверского. Ну, единственное, что сама стоянка немножко другая, выглядит по-другому. Проследуем на вход клиента и посмотрим, сработает ли наша карта. Сейчас посмотрим. Можно снимать? Нет? Thank you.
Thank you.
прогулялись мы по метро. Ассортимент товара, конечно, намного больше, чем в Тверском метро. Здесь я смотрю, и бытовая техника много, одежды много. Ну, в общем-то, понравился магазин, есть что посмотреть. Карта нам не пригодилась. Но вот, видите, снимать-то запретили, поэтому вы уж извините за качество съемки. Пришлось снимать втихаря. Пишите свое мнение в комментариях. Ну и до новых встреч. Пока-пока.